Так, привет. Привет всем. Короче, мы пробуем цитрус, кактус. Насколько он хорош, узнаем скоро. Давайте посмотрим. Все апгрейды у нас сделаны. Этого кактуса я получил, короче, просто так, когда купил игру. Дали мне его просто так. А как, где у него? А это, кстати, не видно, вот смотрите. А, не, видно, видно. Короче, на халяву мне его дали и... Давайте пробовать смотреть, что такое, что за кактус, что он из себя представляет. Поехали. Я знаю, что у него сплэш неплохой. Тоже можно держать кнопку. Стреляет. Что так игра быстро началась? Только зашел. Сейчас, дай-ка посмотреть, как он стреляет. Я держу кнопку. А, ну то есть ты держишь, он три раза стреляет. Я понял. Откуда-то меня убили, я не понял, кто это был. А его тоже вроде убили уже. Так, а что защищать? Ага. Запрыгну? Да. Хорошее место, будем пытаться убивать их всех. Странно стреляет. Они вот тупо стоят и стреляют так. Но здесь бы обычный кактус лучше бы смотрелся. Странно как-то прорисовка текстур в игре. То ли движок такой батлфилдовский странный. То есть они прорисовываются странно. Медленно. Не вижу ничего, если честно. Надо другую позицию выбирать. Да ё-моё! Опять этот чувак? Второй раз. Хорошо стреляет. Но я просто не двигаюсь, если честно. Мне бы больше двигаться. Но здесь плохая позиция, у них огромное преимущество. Если бы я играл за зомби, то же самое, у меня все было окей. Не понял. Мне не нравится, как он стреляет, если честно. Потому что надо стрелять и держать. Стрелять, держать. Неудобно. То есть вот так вот надо уметь стрелять. Будем тренироваться. Вначале легко, сложно, потом будет легче. Убили его или что? Хорошо стреляет этот чувак, умеет играть. Только видит сразу. Сразу базуку кидает. Надо другое место найти, где-нибудь подальше. Пока этот кактус ужасный, просто ужасный. Не могу ничего с ним сделать. Он вообще там теперь. Они такие боязливые, только стрельнешь, сразу убегают оттуда. Как он видел, что я здесь? Только подошел, он уже стрельнул.
Неужели там все видно так сверху? Мне нравится, что патронов много. Вот единственное. Кого-то прибили. Не могу понять, где они. Должны сидеть где-то сверху. Какой он крутой, сразу кидает. А кто его убил? Кто-то сзади, что ли? Но они пока еще не дошли до точки своей, где можно телепорт поставить. Но я даже убить не могу нормально. Разброс еще очень высокий. Ну, сплэш прикольный. Я хочу здесь подстреливать их.
О, да, попал он по мне. Сколько я его раз? Три раза убил. А, это он меня три раза. Чё, как у меня... Киллов мало, но и у меня и смертей мало было. То есть у меня было 8 киллов. Ой, я не туда. Нам туда не надо. Зачем я тогда пошел на за правый угол и все? Сейчас они полезут. Опять этот чувак, кстати. Он меня тогда убил, я резнулся, он сюда пришел и снова меня убил. Не могу ничего сделать с ним. Он легко убивает. Ну пусть меня убивает, это не важно. Главное, чтобы команда была в безопасности. Да как он знал, что я туда иду? Он видел, что ли? Он изначально кинул туда. То ли он кидал вниз, потом увидел меня и быстро туда цель перекинул. А, убил. Подорвался, чувак. Овертайм, надо убить их прямо здесь. Все. Победа. Сейчас вторая игра будет. А мы сейчас пак, кстати, открываем. Да. Денег хватает на пак. Можем открыть. Будем открывать пак. Поехали. Landscaper unlocked. Угу. Снова зомби почему-то. Не везет мне с растениями. А вот буду за зомби играть, растения будут открываться, я чувствую. Еще 25-й ранг. Довольно-таки низкий. Зато приятно, знаешь, такой низкий ранг, и потом у тебя куча киллов, смотрится офигенно. Типа новый игрок столько поубивал. Бывало у меня такое. Меньше 20-го ранга было у меня там. Фрагов 29 было, или 39, не помню. Но это много. Нет, 39 у меня было, да. Так, продолжим через 10 секунд.
Какая карта? Driftwood Shores. Ночная. Ночью, как правило, труднее играть за растения, потому что трудно видеть этих зомби. Они в такого цвета темного сами по себе. Короче, для меня реально, вот когда светло, мне легче играть за растения. Цитрус. Что, последняя попытка освоить цитрус. А мне, кстати, по-моему, даже пак могли открыть. Я не помню, открыли мы пак или нет. Ну, бесплатный пак, который за уровень дали. Так, а куда мы идем? Зачем мы сюда идем? Ой, какие лаги, жесть. Я по нему вообще почему-то не попадал. Надо было чуть правее дать. Цитрус, короче, аутсайдер. Я навряд ли еще буду им играть. Ну так, for fun может, но так, чтобы серьезно играть им, это бред. Я ничего не вижу здесь. Где зомби? Где? Кстати, зомби что-то тормозят, они не могут ничего сделать или что? Начало было у них жесткое, а сейчас как-то... А, я реально не попадаю через это. Так, у меня нету здоровья. Что происходит? Где вообще зомби? Не могу попасть, реально фигня какая-то. Разброс просто чумовой. Наугад тут стрелять, попадая что-то.
Их проблема, что они в телепорте идут, а надо просто наверх запрыгивать, на телепорт не идти. А прикольно, кстати, тема такая, да? Прыгаешь и базукой. Прикольно. Не всегда попадаешь, но... Ну, прикольно. Много кинули базук. Так, они могут проиграть сейчас. Если сейчас быстрая игра будет, еще одну сыграем. Потому что 20 минут всего игра. Не вижу нифига. Здесь просто легко, если вот где-нибудь зомби играть, вот там сидеть. Тебя и фиг кто увидит. Чомпер взял, он куда зашел и съел его. Прикольно. Ну чё, они сдаются, что ли? Зомби не видно. Кто-то идет, чомпер съедает его. Кто-то убил все-таки. А, справа был. Paint crossbow. Победа? Ну ладно, так уж и быть, давайте еще одну игру. Ну что-то реально неинтересно было, очень быстро выиграли. Хотя я говорил, что ночью как бы растениям труднее, но зомби начали нормально, а потом что-то все поумирали и все. Это проблема зомби, вот давайте посмотрим команду. Да, у них 11, у них новичков много, у нас более-менее. Так. Четверых всего убил, плохой показатель. Еще последняя игра. Следующую начнем зомби уже проходить. Зомби подыграть самым первым. Карта хороша. Карта нормально подходит, за кактуса играть. Ну, за обычного, конечно, этот слабенький кактус. Цитрус. Ну, ладно. Давайте убьем это, уберем. Так, что происходит? Уже сразу экшен, что ли? Я хочу вот здесь вот минку поставить.
Хотя нет, давайте заминируем здесь что-нибудь. Вот так вот. Потом, короче, инженер же сюда пойдет, да? Да нифига себе, как он меня убил. Тут двое сразу как-то попали. Я только пошел на место, меня сразу убили. Пойду с этой стороны. Блин, не видно нифига. Вообще попасть не могу. Ну как он попадает, это жесть. Он меня почти убил. У них тут телепорта-то и нет. Давай на прямой постоим, постреляем. И сам себя заблокировал. Ну и он сдох тоже. Как он убивает хорошо? Что за оружие такое? Дальнее. Да ё-моё, как он убивает? Нереальный чувак какой-то. Ну да, резай меня и умирай сам.
хорошо целится, мгновенно. Я его почти убил. Минут поиграли персонажем. Да я вообще в него не попадаю. Что... Хорошие игроки какие-то сегодня. То ли я просто плохо этим персонажем не подходит он. Прикольно, они отсюда выходят. Сразу на минку будут. Я думаю, добили его, да? Круто. Хотят подлечиться, а мы их убиваем. Как он прострелил? Жесть, что за оружие? Вообще не ближний бой, дальний какой-то. А чё, за зомби вообще круто играть, у них столько разных вариантов. А у растений нет таких, такой темы. У растений как-то все попроще. Я что-то не ту кнопку нажал. Так, ну жду, уже захватывают. Подожду, что в другом месте появится. Это этот убил? Карл Хайнц Кевин. Дебильный какой-то никнейм. Нифига себе, он прям здесь. Почему я там не поставил бомбу? Он бы прыгнул на нее сейчас. Цитрус ужасный просто персонаж. Ужасный. Может вообще не целиться, как бы так стрелять он лучше попадает, чем приближение какое-нибудь.
Вот так, типа, бежать, вот убивать вот так. Вроде как попадает куда-то. Это наш. Красивый, кстати, чемпер, посмотрите на него. Красивый скин. Крутое оружие у него. Ничего не скажешь. На каком месте он? Ну, немного убивает. В основном меня он убивает, потому что я ничего сделать не могу. Был бы у меня другой чарактер, по-другому мы поговорили. Здесь неплохое место. Еще бы сделали вот сюда прыгать. Было бы вообще зашибись. Ладно, пойду с балкона постреляю. Ой, спина уже болит, столько играть, сидеть так. Кого-то подорвал я, да? Или как я столько убил? Наконец-то меня заметили, я там шестерых уже убил. Ну, по киллам я неплохо иду, хоть и перс ужасный. Не попадаю. Что там? Destroy one teleport. Уже захватят сейчас, я чувствую. У нас меньше
игроков, и они слабее. Даже не попал вроде как по нему. Не, попал, но один раз, что ли? Или два. Фигня. Умеют они все такие минки убирать. Раньше, я помню, PlayStation играл, там поставил мину, все, это фраг был. Сейчас уже научились. Научились они. Давай я отсюда буду стрелять. Ну это читерство. Включить обилку, пробежать. Включить обилку, пробежать. Читерство. Вместо того, чтобы убивать, он меня резает. Как это круто. Ну, проиграли, блин. Долгое видео получилось. Ну, ничего, нормально сойдет. Все, начинаем. В следующем видео начинаем зомби проходить. За зомби. Посмотрим, что. Там больше скилл нужен, поэтому. А за растения, как бы, скилл проявлять как-то очень трудно, чем-то. Короче. У меня за зомби должно быть вообще все шикарно. Единственное, я на этим ученым не люблю, а стандартный ученый, он такой ужасный. Он ерунда полная. Ну, он как саппорт, но убивать он ненормально не может. Это то же самое, как Sunflower, обычный, трудно убить. А вот Shadow Sunflower, это просто бомба. Кто не смотрел предыдущее видео, смотрите, Sunflower. Я вообще там офигенно играл. Ну и бандит, кстати, мне понравился все-таки. Кактус-бандит, очень крутая тема. Ну все, ребят, в следующем видео мы играем за зомби. Увидимся, пока, спасибо за лайки. Играйте в хорошие игры. Чао.